Но этот трансфер, как бы мы его уговаривать не прям уж так давно начали, и только все быстро произошло. Спасибо за это руководству Рубина и Краснодара, конечно, что так оперативно сработали. Лично для меня это такой неожиданный момент в моей жизни. Я провел почти всю свою жизнь в одном клубе. Я играл за Краснодар, и наконец наступило время поменять это место. По тем или иным причинам я очень рад появиться здесь, в этой команде, которая, мне кажется, добьется больших успехов сейчас в будущем. Пришел очень хороший тренер сюда. Я думаю, он выстроит отличную команду. И не будет никаких проблем. И ситуация на сегодняшний день, которая в турнирной таблице, я думаю, она исправится в конце этого календарного года. Начали обсуждать переход после того, как мне позвонил Леонид Викторович. Он сказал мне лично, что имеет интерес увидеть меня в команде. Я был рад, потому что и в своем клубе я в последнее время получал мало игровой практики. Было недопонимание с контрактом, как бы много всех нюансов, вопросов друг к другу. И все равно было уже не то состояние на тренировках, ну, не то отношение. Чувствовался дискомфорт, и поэтому я думаю, этот шаг должен был произойти. И хорошо, что он произошел в такой команде, как Рубин, где очень дружелюбные и приветливые люди меня приняли. Я очень рад. Так что я надеюсь и верю в то, что у нас с ними все получится. Ну, это очень важный этап. Мне сейчас только 20 лет, вот будет скоро 21. Скорее, в европейских чемпионатах тоже, конечно, возраст, когда люди там уже как бы давно стартовые игроки своих команд. Но в нашем чемпионате до этого еще не дошло, но я думаю, что это тот возраст, где уже стоит показывать, раскрываться, ну, и начинать прогрессировать как можно больше каждый год улучшать себя. Не знаю, будет результат. Мне почему-то верится внутри, что все хорошо и что из этого получится очень много. Не то, что именно Рубин, я рад, мне здесь все нравится, команда и ребят я многих знаю в команде, так что никаких проблем. И город красивый, все есть для развития команды. Все условия, не будет никаких проблем. На уровне сборных, конечно же, в главную команду попасть, это, мне кажется, мечта любого российского игрока попасть в свою страну. А на клубном уровне, конечно, самые высокие задачи хотелось бы выполнять, чтобы мы были в верхней части таблицы, чтобы конкурировали и боролись за чемпионство. Мне кажется, любой хороший спортсмен будет себя подкреплять тем, что он мотивирует себя бороться за верхние места. Но я не исключение в этом плане. Я Иван Игнатьев, и я очень рад своему переходу в ФК «Рубин». Поздравляю вас всех с наступающими праздниками, желаю крепкого здоровья, счастья, много успехов и смотрите «Рубин ТВ».